Смотрите, дорогие мои, вот в общем ситуация с ножкой какая. Была сделана неудачно. Как сказали? Эпидуральная анестезия. Да, смотрите, получается, и началось вот это вот поражение, вот появилась вот эта язва. Да, то есть, смотрите, первое было онемение, потом началось поражение. Вот здесь, вот смотрите, дорогие мои, вот здесь была такая же вот краснота. То есть полностью такая вот язва, которая не заживала, кровила. Плюс еще сахар, который как раз и ангиопатия. То есть ноги холодные, да, у вас были еще? Да, ноги вот, вот зимой, особенно зимой, я стала чувствовать. До этого я никогда не чувствовала. И в 17-м году тоже не чувствовала. А вот в 18-м году... Смотрите, дорогие мои, что сейчас произошло? 2,5 месяца мы работаем ножным массажером, да, прижигаем мини-ковриком 4 месяца. Вот смотрите, вот эта вот краснота, она была вот до сюда полностью сошла. Почему я сейчас решил снять? Потому что чтобы потом сказали, так вообще что ли ничего не было. Вот здесь была такая же красная штука. Вот эти все коросты уже отходят, и заживление идет вниз. То есть представьте, вот до сюда примерно, да, вот так было, вот так была вот эта краснота. Смотрите, вот что делает прижигание мини ковриком и массаж ножным нашим массажером. То есть происходит восстановление. А почему не заживала и была вот эта язва? Потому что сахарный диабет. Да, то есть сахарный диабет не давал регенерации работать. Представьте, дорогие мои, вот какой крутой результат. То есть было вот так, уже сползло полностью к ноге. И вот так вот с каждым разом вот эта кожа розовая, которая восстанавливается, она, смотрите, вот уже белеет. И практически можно сказать, как новая кожа, и даже ничего не видно. А вот здесь вот только вот чувствуется, что она такая шершавенькая. Да, да, вот если да, трогаю, шершавая. Но представьте, кожа восстановилась. То есть язва проходит, а была, слушайте, ну вот такая страшная штука. Да. Поэтому вот что делает наш ножной массажер и мини-коврик. Ножной 2,5 месяца, мини-коврик, по-моему, 4 месяца, да, уже или больше? 4 месяца. Прижигание стоп, массаж ног, дорогие мои, у кого есть язва такая, вообще прям избавляемся. Да, моя хорошая? Да, да, Жень. Я и говорю, слушайте, здорово. Здорово. Кровать еще помогает мне восстановить. Конечно, позвоночник, да, да. Ну вот, дорогие мои, это вот Дом здоровья, город Тюмень. Такой вот у нас отзыв в полях. Конечно, мы его потом упакуем более красивее. Но я вообще рад. Слушайте, вот полностью классная кожа. Вообще огонь, огонь. Огонь. Слушайте, вообще, я рад, я доволен. Спасибо. Вот что, спасибо ножному, спасибо мини-коврику, спасибо нашей дорогой компании Дом здоровья, что благодаря нашему оборудованию людям вот такие проблемы проходят. Слушайте, ну, огонь, просто огонь. А была вот такая здоровая. И все меньше с каждым днем, она уменьшается, уменьшается, исходит на нет. Прямо, знаете, вот так вот шкурочка. Шкурка, да? Да, отходит. Отходит, шелушится. И отрываем, выбрасываем. Это был Дом здоровья, город Тюмень.